Осталось совсем немного претендентов на победу в этом предсезонном турнире. И сегодня мы узнаем имя одного из участников финального матча. Да, такие турниры куда интереснее обычных товарищеских игр. Ведь здесь команды по-настоящему соревнуются, и это прекрасная возможность для них подготовиться к сезону. Сегодня Реал Мадрид встречается с Ливерпулем. Интересно, у нас сегодня вывеска, есть пара звездных игроков. Игра должна получиться крайне увлекательной, верно, Константин? Посмотрим, эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме. И задача защитников и той, и другой команды — постараться не дать им развернуться и не сыграть результативно. Я думаю, нас с вами ждет очень хороший и качественный футбол сегодня. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять свою выгоду. Свободные зоны никто не отменял для длинных передач. И вот Ливерпуль. Похоже, команда решила отдать предпочтение схеме с так называемой ложной девяткой. Да, и на это будет сегодня очень любопытно посмотреть. Игра началась. Совсем скоро мы узнаем, какая из команд выйдет в финал Кубка. Команды прошли долгий путь до этого матча. Игроки понимают, что следующая остановка – это уже финал. А там и до трофея недалеко. Поэтому сегодня будет настоящий кубковый футбол без компромиссов. Хорошо мяч перехватили в атаке. Фузи Гулам. Никого из адресатов там нет, будет аут. Лука Модрич. Серхио Рамос. Начо. Лука Модрич, Харри Кейн. Очередной предсезонный кубок приближается к развязке, и сегодня мы узнаем имя одного из финалистов. Да, Георгий, предсезонка не повод расслабляться. Наоборот, надо напрягаться. Ведь именно в это время новички клубов получают возможность закрепиться в основном составе. Начо. Альваро Одриасола. Модрич. Харри Кейн. Рахим Стерлинг. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Росс. Харри Кейн. Рахим Стерлинг. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Уильямс. Маскеран. Может получиться интересная атака. Харри Кейн. И угловой зарабатывает мадридский Реал. Навешивает Модрич. Четко действует вратарь на выходе. Мохамед Салах. Александр Арнольд. Есть! В штрафную адресата и навес нужен. Рамос выносит мяч подальше. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал.
Начо. Альваро Одриасола. Такие передачи придают атакам остроты. Рахим Стерлинг. Момент упущен. Навес не получился у игрока. Уильямс. Джеймс Милнер. Фузи Гулам. Ливерпуль начинает атаку. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Рамос выносит мяч подальше. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Джеймс Милнер. Уильямс. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Лука Модрич. Марко Асенсио. Кросс. Рахим Стерлинг. Удар Кейна! И очень близко, почти попадает. Мог бы сейчас вывести вперед свою команду. Рахим Стерлинг. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Груич. Джеймс Милнер. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Джеймс Милнер. Александр Арнольд. Потери и мяч у соперника. Здесь прессинг. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Груич. Тоби Алдервейрельд. Уильямс. Ну и где же навес? Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Накрывают его прессингом. Потеря. Все, в оборону. Александр Арнольд. Мохаммед Салах. Мяч покинул пределы поля, и это аут в пользу Ливерпуля. Джеймс Милнер. И есть поддержка у этой атаки. Один соперник отыгран, идет вперед. Отличный момент есть. И вперед он выводит свою команду. Отличный гол. Классно сыграл, без шансов для голкипера. Он отправил мяч в сетку. Браво! Игрок вколачивает мяч от перекладины в ворота. Всю душу вложил в этот удар. Да, пробил действительно очень сильно и точно. Тот редкий случай, когда предъявить претензии практически некому. 1-0. Сейчас будет веселее. Кейн. Кросс. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Харри Кейн. Удар Кейна! Маскерано! Самый простой и надежный способ в такой ситуации – просто-напросто выбить мяч, и все. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Фаузи Гулам. Есть еще возможность провести контратаку у команды. А ведь как все хорошо начиналось, но в итоге мяч практически подарили сопернику. Очередной точный пас в его исполнении. Кросс. Асенсио. Кейн на убойной позиции. Мяч выбит. И это конец. Проигрывать по ходу матча в полуфинале, конечно, очень неприятно. Но тут разница всего в один гол. Думаю, тренер сможет найти нужные слова и донести до команды мысль о том, что в этом противостоянии еще далеко не все потеряно. Real Madrid.
Ливерпуль провел хороший первый тайм. Посмотрим, смогут ли они удержать преимущество в счете во втором. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Рахим Стерлинг. Росс. Марко Асенсио. Кросс. Эрнандес. Судья показывает, что ушел мяч, хотя никто вроде не мешал его в поле сохранить. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Уильямс. Джеймс Милнер. Хороший первый тайм он провел. В общем-то, именно его гол, вот этот гол, в концовке первого тайма все и изменил. И соперника здорово подкосил, по-моему. Так что вопросов тут никаких. Играет он сегодня очень ярко. Груич. Иньяки Уильямс. Джеймс Милнер. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Можно провести контратаку. Стерлинг с мячом на фланге. Есть куда бежать. Рахим Стерлинг. Мадридский Реал получает право на угловой удар. Добрым словом, сейчас судью на трибунах точно не вспоминают. Был тут пенальти, по мнению болельщиков. Иско. Рамос. Эрнандес. Угловой будут подавать футболисты Реала. Не прекращается натиск на их ворота, и стадион продолжает их гнать вперед. Они ждут гол. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Какой удар! Тоби Алдервейрлд. Уильямс. 30 минут играть осталось. Боруссия из Дортмунда сегодня потратила круглую сумму на нового игрока. Это правда? Да, совсем скоро информационное поле нормализуется и будет ждать какой-то новой сенсации. Росс. Иско. Может получиться интересная атака. Кросс. Хорошо, мяч перехватили в атаке. Мохамед Салах. Уильямс. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Интересно, какое продолжение для этой атаки они выберут. Иньяки Уильямс. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Маскерано. Иско. А мадридский Реал продолжает игру. Маскеран. Все верно. Офсайд, как говорится, судья всегда прав. Хотя ситуация неоднозначна. Ну что ж, уходит он с поля. Не очень заметен был. Ну, на мой взгляд, и ошибок серьезных тоже не совершил. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Уильямс. И открывается партнер под атаку. Навес в центр штрафной. Льоренте. Рахим Стерлинг. Иско. Кросс. Эрнандес. Нельзя давать пространство такое Реалу на фланге. Кросс.
Уильямс. Джеймс Милнер. Фузи Гулам. Садио Мане. Джеймс Милнер. Выгодной позиции игрок. Садио Мане. И снова спасение. На этот раз удалось зафиксировать мяч. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Тактическая замена от одного из тренеров. Усиление игра сейчас явно не нуждается. Альваро Одриасола. Иско. Кросс. Терпеливо ждут они своего шанса. Александр Арнольд. Ливерпуль атакует через фланг, и можно развить эту атаку там в свободной зоне. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Харри Кейн. Реал без поддержки своих фанатов не остается никогда. Кейн. Пас на Тони Кросса. Отличный вынос. Джеймс Милнер. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Рахим Стерлинг. Харри Кейн. Что творит? А, какой сейв! Угловой удар, мяч у мадридского Реала. Навешивает кросс. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Эрнандес. Рахим Стерлинг. Штанга. Мяч отскакивает в поле. Садио Мане. Если бы они пробили как надо, а не в штангу, то счет в конце матча мог стать ничейным. Но не повезло. Отлично играют в пас. Прямо любо-дорого смотреть. Да, сыгранность и взаимодействие у этих ребят на высоте. До конца матча пару минут до спасения, один гол. Лови момент, как говорится. Как защитник сыграл. Браво! Ну что же, закончен турнирный путь за шаг до главного матча. Да, обидно. Ребят, можно понять. Проиграли полуфинал, но выглядели достойно. Согласись, Георгий, это была красивая игра. Ну, прямо скажем, посредственная игра была исполняться. Ничего он толком сегодня не показал. Ни голов, ни моментов. Очень бледная игра на фоне остальной команды. Что касается его визави, то у него должны быть смешанные чувства. Он провел великолепный матч, забил много, даже очень много. Но его подвели партнеры, и команда все равно уступила. Ужасную игру он сегодня показал. Почти без моментов и совсем без забитых мячей.